Всем привет, с вами Прия. Относительно недавно началось празднование Тэковина, Тэковина 2018 года. Итак, откроем календарик и глянем дату его проведения. 18 число октября до, получается, 1 ноября. Потом стартанет День мертвых, небольшой праздник после Тэковина. Окей, нас интересует именно он. Что же нового появилось? Давайте глянем у торговца. Можно также за тыковинские сладости купить различные конфетки, зубочистку, различные игрушки. Появилась новая игрушечка. Камень возвращения всадника без головы. Возвращает вас в установленную зону. И это является игрушкой. То есть можно будет просто-напросто свой камень возвращения выкинуть. Что-то аналогичное было во время празднования Диабло. Именно 20-летие ее тоже... Была подобная игрушечка, весьма интересная на самом деле. Ну а если поговорить уже о глобальной периферии, то есть различные костюмчики. Некоторые были введены давно, а некоторые относительно недавно, в прошлом или позапрошлом году. Окей. Также за сладости можно купить улучшение наследуемой брони. Ну, теперь посмотрим, откуда берутся эти сладости. Эти сладости можно получить за квестики, либо дейлики, которые предоставлены рядом с вашим главным городом. Либо это Штормград, либо это Аргримар. По-моему, Ордеон там находится. Я надеюсь на это. Если нет, то, я думаю, в комментариях уж люди точно найдутся, которые играют за Орду, и точно подскажут, где у Орды берутся квестики основной массе для тыквовина. Далее, не стоит забывать про всадника без головы. На него мы ходим раз в день, убиваем его, радуемся полученной, заполненной добычей тыкве, вскрываем ее, и, быть может, оттуда упадет маунт, скакун всадника без головы. У меня он упал еще очень давно, и ачивочки абсолютно все сделаны. Если уже говорить о них, то требуется весьма приличное время для их получения, так как нужно облетать абсолютно все, получается, точки мира, континента и все-все-все-все-все абсолютно сделать. То есть вот эти все метки, они поставлены от аддона, по-моему, Handy Notes с конкретным модулем Хэллоуин, Хэллоуэнд, что-то типа такого. Если сейчас открыть вкладку модификации, то тут все будет расписано. Да, Hallow's End. Display the location of Hallow's End Candy Buckets. Да, то есть рисуются абсолютно все стойки с конфетками, которые нужно посетить для получения достижения. Конкретно обо всех достижениях можно узнать на Вовхеде как вариант. Просто-напросто вписываем название достижения, читаем комментарии и смотрим, как абсолютно все достижения делаются. Впрочем, ничего особо нового. Ежедневно ходим за всадником, делаем дейлики и покупаем то, что нам нужно. Тратим, так сказать, абсолютно все накопленные сладости на то, что нам нужно. Ну, как вариант, можно купить питомца, который стоит весьма неплохо на аукционе. Именно кошечки. Ну что ж, всех вам благ, счастья, здоровья. Надеюсь, конь упадет вам достаточно скоро, быть может, кому-то даже с первого похода, я уверен, найдутся такие люди. Ну а я пойду попытаю счастье, хоть у меня конь уже есть, но вдруг упадет еще один. Всякое возможно. До скорого.